работу по управлению домом. Еще раз повтори, я на видео тогда снимаю. Я говорю, я свой дом 12, Новиков Прибой, набережная 12-3, и распечатала соседний дом, идентичный нашему, той же серии 12 корпус 2. Ваш дом в энергоэффективном договоре. Да, да. То есть им заменили лампочки на очень экономные. Очень экономные. Значит, в том году у вас был расход сколько? 1027, по-моему, да? Да, да. Вот смотрите, вот это 12 корпус 2. А в этом году? Расход электроэнергии, на дежурная. Да, вот 27 тысяч, как вот обычно. Вот я только что распечатала, да. Это соседний дом. Это соседний, так. А у вас? Графа 13. Причем там нужно посмотреть, лампы накаливания или обычные. Нет? Обычные лампы накаливания. Да. Я сегодня прямо распечатку перед выходом. Так, что у меня? 13. 13, да. 97. 90, то есть 100 тысяч. Ну ладно, дай, пожалуйста. Вот. Смотри. Вот сейчас нас будут убеждать, что вот, из... Посмотреть, это мой дом. Ну да, вот. 97 это на свет, а 22 это на воду. Так, это... Там еще описанное 24 есть, да? Также почему-то у вас разнятся работы по содержанию. Да. Начнем с того, что вот этот вот второй дом, мы его еще не открыжили. Поэтому я могу сказать точно, что расходы по этому дому будут корректироваться. Так, у меня еще есть вопросы по работосодержанию по 154, вот почему-то какие-то вот цифры интересные хотелось бы... Ну, а в соседнем доме сколько? А я... у них меньше, ну, видишь, скажи, не отработано. 97 тысяч, да? У меня 154 здесь. Так, потом у меня есть вопросы. Так, окраска, промывка, цоколь или нет? У меня просто был капремонт в доме, и тут зачем-то стены и фасад... Что это такое было со стенами, фасадом 5-2? Ну да. Ну вот 26 тысяч окраска, промывка фасадов. Зачем? А они формально написали. А зачем? Хотя ничего не делали, там капремонт был. У меня капремонт в доме был. Значит, выделяй. Я выделяю эти графы, я специально посмотрела. Поэтому это надо убирать. То есть вы там ничего этого не производили? Нет, этого не было. Ремонт и замена входных дверей в подъезде. Этого тоже не было. Ну, там, у меня капремонт, у меня полностью... Там замен... на 700 рублей, я не знаю. Ну, 700, я не знаю, что это они делали, но у меня полностью заменено было. Так, вентиляция, обслуживание. Так, а вот 10 тысяч у вас, это что такое? Дезинсекция, да. Так что вот... И вот там дальше уже ничего нет, да? По нулям, то есть 422 тысячи. А сколько вы заплатили? А вот я распечатала. Нет, это можете не смотреть. Это информация неуточненная. 896. Ничего не знаю. Мне не 896, 900. Нет, подождите. В среднем где-то 900 тысяч вы платите, да? Из года в год. Ну, как видишь, вот. То есть где-то наполовину вы отчитались. А наполовину сейчас еще и свет минусуем. 100 тысяч не могло там нагореть, это придется через прокуратуру. Нет, конечно, откуда у нас? Так, там ни лифтов нету, просто лампочки светодиодные. Ну, представьте, сколько там можно нагореть. Тем более там энергоэффективный вот, договор. Промывка цоколя, зачем это нам? Ну, вот это мы уже подняли вопрос. Вот стены, вот она, да, 5, 2, 6. Ясно. Так. Гидроизоляция с частью стенами. Да. Ну и то же самое по живописной 24. Я сейчас снял видео, что там лампы тоже экономные стоят. Там 5 лифтов. Откуда 2 миллиона на электроэнергию у них набежало? В том году было 350 тысяч. И то это считалось много. А теперь 2 миллиона. Решили списать все деньги, которые получили от жителей. Все ушло на электричество. Очень странно и подозрительно.